Сериал «Бригада» на реальных событиях представляет в главных ролях Тик-Так. Мамкин маньяк. Помогал мамке мыть посуду и оторвала руку. Сочувствуем. Скорб ТВ. Он не мой. Мы от него никогда не слышали ни единого слова. Кент АПК, главарь банды, уже в 5 лет прогонял всю песочницу. Кайсар. Вот блин, сори. Кто-то шмаркается в сериале. Вы слышали это? Нет, серьезно, представьте, если на этом фильме с Джеки Чаном кто-то начнет шмаркаться. Знаете, почему мы все вместе? Потому что мы бригада. Бригада, бригада, привет всем, пацаны. Плохие новости. Нам кто-то поставил дизлайк. Мы должны найти этого человека и убить. Вы сможете с ним справиться? Мы его уничтожим. Пацаны, да. Сможем его разнести? Флут, поклянись верности. Клянусь, что мы уничтожим вашего хейтера. Так, Тик-Так, клянись верности. Не могу клясться, но постараюсь. Не понял. Не понял, ну повтори. Я постараюсь. Ты постараешься? Ну смотри, ты хорошо старайся, иначе придется с тобой прощаться. Будем с тобой прощаться, понял? Понял, понял. Так, дальше. Кейсер, поклянись верности. Клянусь. Не понял. Нормально, поклянись, что ты как девочка пищишь. Клянусь. Красавчик. Я сказал, поклянись верности, урод. Короче, пацаны, прямо сейчас, бригада, 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 прямо сейчас на этой карте есть два хейтера. Мы их должны найти и убить. Вы сможете это сделать? Вы сможете? Да. Пацаны, давайте, я пока тут... Первого я уже нашел. Слышь, ты что-то слишком много базаришь, ты меня понимаешь, Тик-Так? Иди сюда. Ты понимаешь, что я тебе могу и голову отрезать, так что давай лучше без этого. Пацаны, погнали. Погнали, давайте. Ищем хейтеров. Погнали, погнали. В атаку. Не, только не убивайте их, не убивайте, не убивайте. Опа. Опа. Стоять. Опа. Не понял. Ага, вот это вы дизлайки ставите? Идите сюда. Это вы дизлайки ставите? Опа. Вы чё, куда пропал один наш? Пацаны, слушайте. Его дизлайками закидали. Короче, синяя команда. Вы чё нам дизлайки ставите? Не понял. Пацаны, вы чё? Кент, хочешь раскрою тебе тайну? Давай. Ты тоже из синей команды. Я из синей команды? Саша, так что мы с тобой против их четверых. Саша? Не-не, пацаны, вы чё? Тут все свои. Бригада! Вы куда? Так, пацаны, стоим, я свой, нормально все. Нормально. Ты синий. Ну и чё, я переодет, это маскировка. Да, опа, нашли хейтера. Ты чё нам дизлайки ставишь, кис? Тик-Так, разберись с ним. Тик-Так, разберись с ним. Красавчик. Так. Это, подождите, чего убили второго? Блин, так вдруг он нам дизлайки не ставил? Ну ладно. Это была жертва. Жертва приношения было. Так, ну еще, остался еще один синий. Выходи по-хорошему, мы тебя оставим живых. Надо найти его любой ценой. А убить можно? Убить нельзя, надо его найти. Да, убить. Иди к бассейну, синий, по-хорошему. Кого ты ищешь? Тут никого, кроме вас. А, блин, я ж синий. Блин, мы ищем синего, я сам за синего играю. Короче, бригада, мы справились с этим заданием. В принципе, все хейтеры мы нашли. Не убили. Остался последний. Не, последнего уже не обязательно искать. В принципе, и так уже разобрались. Проблема устранена, я считаю. Ну что? Кайсар, ну что? Теперь приступаем за наше дело? Давай. Достаем деньги. Кент. Пацаны, вы чё? Не, пацаны, вы чё? Пацаны. Пацаны. Кровь течет. Это было предательство. Ну что же, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. И пожалуйста, ставьте пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылки на канал в описании. Ну если ссылок в описании нету, то представьте, что они есть. Не, ну ладно. И, если что, пацаны, ссылки на всех актеров мы оставим в описании. 3. Бригада, привет. Бригада, ну чё, как дела у вас? Никто вас не обижал, надеюсь?
Скорб, ну ты издеваешься? Ну представь, что если бы снимали твой любимый фильм, и там кто-то так фонил. Ты понимаешь, что это серьезный уровень? Представь, там типа Бэтмен против Супермена, и там посреди, короче, фильма кто-то начинает так фонить, ковыряться в карманах и так далее. Ну блин, неуважение к зрителям. Три. Привет, пацаны. Тут кто-то поставил дизлайк мне под видео. Погнали, погнали. Убейте извергов. Пацаны, найдите его и убейте. Слышишь? Блин, нас же всего трое.